Выпуск продолжит наш спортивный обозреватель Вячеслав Горецкий. Слава, здравствуй. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, телезрители. Вначале о футболе. Очередной тур чемпионата Пермского края принес нашей команде одну победу и одно поражение. Так, на днях в гостевом матче с лидерами соревнований по Лазной сборная Кунгура уступила со счетом 4-1. Зато дома наши футболисты загнали в ворота Дюсшор Пермь аж 5 мячей. Пока сборная города в общем рейтинге на 6-м месте. Впереди нас Кизел, позади Березники. Для того, чтобы в этом году стать пятыми, нам как минимум необходимо догнать Кизел. Все шансы для этого у Кунгура есть. В резерве нашей сборной одна игра. Следующую встречу футболисты проведут на выезде 12 сентября в Осе. К другим темам. В городе впервые прошел отборочный этап первой краевой спартакиады под названием «Волшебный мяч». 8 команд из Кунгура и других уголков Пермского края соревновались в волейболе, мини-футболе, стритболе и настольном теннисе. Главные участники состязаний – подростки, состоящие на учете в полиции и воспитанники детских домов. Подобное соревнование проходит впервые не только в нашем городе, но и крае. Отмечу, это первая по счету спартакиада «Волшебный мяч», которую организовали полицейские Прикамья. Для того, чтобы стать победителем нашей команде, не хватило совсем чуть-чуть. В мини-футболе кунгурские ребята уступили Краснокамску. Гости стали победителями отборочного этапа и прошли в следующий тур. Наша команда на почетном 2-м месте. Замкнула тройку лидеров команда из Уинска. И в завершении выпуска спортивных новостей о 64-й осенней эстафете. Организационный комитет спортивного праздника начал подготовку к соревнованиям. В этом году состязание легкоатлетов запланировано на 26 сентября. Старт и финиш по традиции на Соборной площади. Парад участников и построение колонны начнется у городской администрации. Первый старт запланирован на первую половину дня. На подготовку к соревнованию у команд и атлетов есть еще почти 3 недели. На сегодня это все спортивные новости. Увидимся на следующей неделе. Спасибо. Это был Вячеслав Горецкий, рубрика «На старт».